лучшая! Лучшая! Наилучшая игра про криминальную Россию! И это именно так! Amazing Roleplay! Атмосферная игра с голосовым чатом и отыгровкой своего персонажа! Простой установкой и, самое главное, действия игры проходят в России! Деревни, города, автомобили, от ВАЗа до БМВ и Гелика! Все это Россия, которая знакома тебе с детства! Здесь есть армия, полиция, ФСБ, МЧС, банды, маги и многое другое! Максимальная атмосфера лучшей игры! Amazing Криминальная Россия! Просто попробуй, это бесплатно! А вся игра проходит с реальными игроками и очень похожа на GTA! Заходи в описание и скачивай игру! Обязательно укажи промокод из описания при регистрации в игре, чтобы получить деньги на 5 и 10 уровне! Всем здорова, дорогие друзья! С вами сегодня Гасов Лейзин Джел, и сегодня мы играем в игрушку по названию GTA 5 Online с рубрикой «Битва за контейнеры». Всем здоров, чуваки! Друзья, сегодня мы для вас подготовили самые крутые и самые жесткие контейнеры. Сегодня у нас их 15 штук, и, друзья, в этих контейнерах находятся самые лучшие, самые крутые, самые топовые тачки, которые умеют плавать, стрелять, прыгать, летать, все что угодно. Короче, ребята, поставьте, пожалуйста, лайк, потому что эта серия обещает быть самой жесткой. И, ребята, я вас очень сильно попрошу, поставьте видосику лайк и подпишитесь на мой канал, потому что я для вас стараюсь, а вот некоторые не ставят лайк, и мне очень-очень обидно. Так что, ребята, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, а также, ребята, пожалуйста, поставьте еще раз лайк. Вот я же знаю, то, что некоторые не поставили лайк, так что давай, ставь лайк, подписывайся. Я желаю тебе приятного аппетита и приятного просмотра. Ну что, друзья, мы с Лехой уже готовы начинать наше открытие контейнеров. И, Леха, ты готов? Я готов по полной. Ну тогда давай, смотри, у нас есть 15 крутых, мощных контейнеров, в которых находятся самые лучшие тачки, которые умеют, ребята, стрелять, плавать, летать и многое другое, ребят. Ну вот, просто реально супер тачки, так что за это поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал. И, Леха, давай, на камень, нож и бумага, как обычно, давай. Будем определяться, кто первый, кто второй. Давай, открывай чатик, так я открыл, ребята, я буду, написал. Я буду тщательно думать, так, ну, что бы ты мог поставить? Так, бумагу, ну нет, ну камень нет, ну, мне кажется, ножницы, да, по-любому ножницы, ты готов? Раз. Да, готов. Два. Три. Камень! Я выиграл, братан, я же выиграл. Так, я, ну, ребята, тактическим способом я обманул Леху, сегодня я буду первым открывать контейнеры. Каким способом? А, и, ребята, так, ну, 15 контейнеров, что бы мне могло выпасть? Так, мне кажется, мне выпасть шло 14, выпадет шло 9 и, наверное, троечка, да, а мне кажется, 11, 7 и 5. 11, 7 и 5, ага, окей, это тебе ты, да, сказал, или... Нет, это тебе выпадет. А, это мне, ну, блин, друзья, напишите сейчас вы в комментариях, что мне выпадет. Вот сейчас напишите Флейзин, а там, допустим, двоеточие, либо тире, и там пишите там 1, 2, 3. Либо же вы думаете, то, что Лехе выпадет там 1, 2, 3, то пишите Жел 1, 2, 3. Посмотрим, как вы угадаете наши контейнеры. Мне кажется, то, что мне выпадет число 14, 9 и, допустим, число 3. Мне кажется, вот реально эти три контейнера у меня... 1, 7, 5. Окей, хорошо, друзья. Вот ты напиши в комментариях, что мне сейчас выпадет. И, ребята, первый контейнер. Давайте, мне кажется, либо 14, либо 9, либо 3. Давай, Алиса, спросим. Назови любое число от 1 до 15. Смотри, 11, 7, либо 5. Давай. Число 4. Блин, это было близко с тройкой. Ну, ладно, получается число 4, братан, я его помечаю себе первым контейнером. И давай тебе будем уже первый контейнер определять. Мне кажется, это будет число 2. Мне кажется, вот по-любому 2 тебе выпадет. Будет число, знаешь, какое? Ну, какое? 2. 2? 8, нет, смотри, посередине, все посередине. 3, 8 и 13. 3, 8, 13. Ну, слушай, мне кажется, тебе сейчас выпадет число 15, потом будет число 10 и, возможно, будет 1, либо 2. Посередине. Ну, ладно, ну, любишь все, так я понимаю, посередине. Ну, хорошо. Мне кажется, сейчас выпадет число 15. Вот, по-любому, ребят, смотрите. Давай проверим. Алиса, назови-ка любое число от 1 до 15. 15 не выпадет, оно несчастливое. 13. Число 14. Да почему? Между нами! Мы оба близко, просто, блин, 14-13. Блин, капец, ну Алиса совсем, ну и вот не дотягивает. Я назвал число 3, она 4. Я назвал число 15, она 14. Чё за бред? А я 5 называл тоже. Ладно, окей, хорошо. Давай сейчас мне второй контейнер будем определять, друзья. Мне кажется, сейчас будет число 7, либо 8. 7 мое любимое число, 8 посередине, просто так, не знаю, назвал. Я вот, но... также оставлю цифры свои. Окей, хорошо. Мне 1, кажется, 7, реально 5. Число 7. Давай. Алиса, назови-ка любое число от 1 до 15. Не 1, а 11, 7 и 5, вот эти контейнеры. Число 9.
Девятый! Девятый! Я, кстати, его называл, друзья, так, девятый контейнер. Фига там, ну-ка. Я его помечаю, все, интересно, друзья. Что там? Девятый коншрейнер у нас уже есть в кармане. Так, ладно, хорошо, два контейнера. У тебя два контейнера, у меня один только. Да, у тебя один. Так, ну я думаю, сейчас выпадет число два, либо три. Два, либо три ставлю самочку. Нет, нет, вот смотри, вот эти контейнеры мне выпали, значит. Так. Вот посерединке выпадут и слева выпадут. Давай-ка, тройка и восьмерка. Так, у меня пока число 4-9. Так, у меня нету с этой стороны контейнеров. Надеюсь, что последний раз будет с этой стороны. Так, все. Тройка, восьмерка. Я ставлю на тройку. Алиса, назови любое число от 1 до 15. Тройка и восьмерка, если вместе 38. Давай. 13. Вместе 13, нет, братан. Не 13. Короче, нифига. Число 13. Ну, блин, честно говоря, число 13, мне кажется, невезучее. Оно вот прям, знаешь, оно такое. О, вот... я называл, оно посередине как раз находится. Да, 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 ты его называл, но мне кажется, оно невезучее. У меня рядышком. Соседи, соседи. Ну да, мне кажется, оно реально невезучее, друзья. Куда? Куда ты пошел? Ой, я застрял, я не могу. Куда ты пошел? Так, никуда не уходи. Так, ладно, надеюсь, сейчас мне реально выпадет число 7, потому что, ребята, это мое реально любимое число. И, пожалуйста, давай. Алиса, не подведи. Алиса, назови-ка любое число от 1 до 15. Давай, 6, либо 8, но не 7. Число 7. О, чё, друзья, да ты охренел, я угадал! Что ли? О, ребята, просто лайк поставьте за число 7. Блин, ну это круто, это реально круто. Да-да-да. Так, ладно, получается, друзья, у нас, у меня, точнее, контейнер сегодня 4, 7 и 9. Так, у меня нету из этой партии контейнеров вообще ни одного контейнера. У меня 13 и 14, могу поделиться. Смотри, не, у тебя все сейчас контейнеры. Блин, я офигею, если я 12, либо 15. Окей, давай. Алиса, назови-ка любое число от 1 до 15. 12, 15, чисто 3 подряд будут. Выпало число 5. Братан, выпало число 5, рядом нет, все же не повезло. Вот это вот, вот этот контейнер, Бэй, друзья. И, ребята, сегодня получается у нас что? У меня число 4, число 9 и число 7. У Лехи же сегодня, ребят, число 14, число 13 и число 5. Если вы вдруг угадали хоть одно это число, то вы огромный молодец. Естественно, напишите об этом в комментариях. Ну, и, братан, я пошел сразу чекать свой четвертый контейнер, так, значит, я пошел самый первый, мне выпал вот это, да! Слушай. У меня крутая тачка. В это, вот, слушай, от 1 до 5 самый лучший тачек. Так, у меня 4, так, 1, 2, 3. Да нифига подобного. Братан, у меня Бэтмобиль. Тихо. У меня машина Рампа. Тихо, что с ним, друзья, ё-моё, он какой-то. Так, давайте его, ребята, короче, достанем. Он сейчас, мне кажется, сломается. Так, тихо, ребята, достаем. Он немножко поломался, но ладно, ничего страшного. Короче, друзья, у меня машина Рампа. Братан, у меня Бэтмобиль. У меня Рампа накруче. Ничего себе, ну слушай. Неплохо, неплохо. Так, ну у меня пока что Бэтмобиль есть один. Ну, слушайте, честно, не ожидал такого. Так, хорошо. Дальше я пошел у тебя, за второй тачкой. У тебя число было, получается, 13, у меня число 9. Так, друзья, 9 контейнер, это вот это. Так, все, чекаем. Реально, Бэтмобиль, как я? Офигеть, это, друзья, это Брутус. Брутус? Ема, у меня Мерседес 6 на 6 гелик. Вау, ну слушай, неплохо. Так, друзья, ну покажи, у меня набор тачек, как по мне, мне кажется, круче. У меня Бэтмобиль и Брутус. Так, и последнее число. Это число 7, друзья. Число 7, так, побежали смотреть. Так, и это у нас, это что? Что у нас? Что там у тебя? Нет. У меня Рокет Волтик. У тебя Рокет, ну тебе повезло больше. Блин, друзья, ну честно, мне кажется, то, что в этом вот ряду контейнеров все же тачки были самые лучшие. Там было машина-колесо, там доминатор был, там были реально крутые тачки. Ну, получается, сегодня набор тачек у нас сегодня прикольненький. У Лёхи сегодня Rocket Voltic, получается, машина-рампа и гелик 6 на 6. У меня же, ребята, такая баги пляжная, Бэтмобиль, ребята, из темного рыцаря, вот, и Брутус из Аренова. Ну и, друзья, сейчас же напиши в комментариях, у кого набор тачек сегодня получился круче. У меня, если вы голосуете за меня, то пишите Флейзин. Если вы голосуете за Леху, то пишите Леха Джел в комментариях. Посмотрим, за кого больше голосов. Ну а мы, ребята, переходим к испытаниям. Ну что, ребята, первое на сегодня испытание — это водный смог, где мы сравним Брутус против машины рампы. И раз, два, три, Леха, полетели. Погнали. Тебе конец, я сейчас делаю сальтуху, такую вертуху, чтобы тебя. Давай, ты просто сальтуха, офигел. Вертуха, вот так, смотри, бам, я тебя научу сальтухи крутить. Да. Тихо, нет, это было опасно. Так, нет, это я... Это было красиво, так, на самом деле. Так, пошел налик, пошел. Здорово. На тебя. Давай. Опа. Брутус, на тебе. Ты куда улетел? Ты куда меня запустил? Ты не знаю! Я просто пропал, друзья! Ищем Леху, ищем. Я так. Лещу где-то! Я не вижу Леху, где? Я правее тебя. Правее меня, так. Я прям на ракету лечу! Ё-моё, ничего себе ты!
Как Ахинс какой? Нафиг так, надо, полетел вот сюда. Давай, уйди. Дай тебе прям. Вот так, гаргамон. Я забаговался, ну, улетел просто. Просто мне лайк. Я не знаю, я даже Леху не увидел, чтобы вы понимали. Леха там, наверное, на. Не знаю, на какую-то. На я Марс вообще, полетел, я мне кажется. Я вообще не летел настолько высоко. Да, но это самый жестко. Высокий момент. Так, ладно, был. Иди сюда. Да, а, тихо, ё-мо, блин, машина рампу. А, давай. Очень сложно стогнуть. Пошел! Пока, пацаны! Все, друзья, получается, я получаю свой первый на сегодня балл. У нас счет уже 1-0. И, ребята, давайте перейдем на наш второй раунд. Ну что, ребята, второй раунд. И, Леха, я тебя сейчас опять на Марс это просто запущу. И только ты тогда приземлишься уже в воду. Лови, 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 лови рампу. Тихо, нет, друзья, нет. Лови, ну так, знаете. Тихо! Просто выкинул. Опасно. Здорово, пошел сюда. Не подъезжай! Я Джеки Чан! Так, слышь ты, Джеки Чан, это Брюс Уиллис. Так, иди я сюда. Я Брюс Уиллис, точно. Бам! Я крепкий орешек. О, да, не подходи ко мне. Ты крепкий золотой. Я на крыле. Давай, уничтожу тебя. Бам! Я не могу перевернуться, это нечестно! Блин! Ну капец! Друзья, еще каргамон взорвался, это просто лезть. Ну ладно, получается, я получаю свой второй, на сегодня балл счет уже 2-0. И, ребята, давайте перейдем к нашему второму испытанию. Ну что, друзья, второе на сегодня испытание — это гонка по внедорожью. И раз, два, три, полетели, Леха! У меня крутая... Ты на козявке меня не обгонишь! Не-не, обгоню гелик, ребята, гелик обогнать, ну, конечно, это будет жестко, но все же я постараюсь это тебя обогнать. Это будет мега жестко! Оу. Ты куда полетел? Оу! А, трюки, пошел отсюда! Моя баги, я сказал, самая крутая! Нет. Я видел, улетел. Шестиколёсный гелик вырывается к победе. Самая крутая, давай, баги переворачивай. Не догонишь. Ребята, просто дрифтейчу. Нет, это сейчас ты это улетишь, друзья. Так, давай, догоняй, пожалуйста, просто догони. Так, все, я еду за тобой, прямо ты какая-то очень. Не надо за мной ехать. Здорово. Так, иди сюда, на тебе. Ты как натолкаешь, козявка? Давай, вали отсюда. Сопля так, все, мелкая, давай. Отсюда. Нет, я сам ты сопля вообще-то. Ты синяк. Я не сопля. Ты че, сократи. Я ничего не видел. Вот меня, ты я на гелике, у меня можешь, я бандит. Понятно, пока. Бандит. Так, это бандит пердит. Так, иди сюда, я тебя сейчас уничтожу. В смысле? Я не такой бандит. Да, ты прям такой. Да он разворачивается, я не могу ехать. Пока, я по змеечке сейчас еду. Да у тебя... Не, ну у тебя нечестно, у тебя специальная тачка для внедорожья, для пляжа. Так, это рандом. Не, вообще у тебя покруче, мне кажется, тачка так тихо. Ну у тебя пляжная баги, она предназначена для песка. И что, Так, я еду сзади вообще-то, ты какаха. Это нормально, по контролям. О, я могу тебя даже опередить, да. Да, опередить. Давай. Нет! О, фу, братан, я на тебя пакета! Смотрел, и столб летел. Тихо, нет. Смотри! Гелик вырывается вперед! Нет, ты как тебе повезло? Нет. Да, повезло, счастливый гелик. Капец, друзья. Ладно, получается, счет у нас, ребята, 2-1. Все же Леха получает тут первый балл. И, ребята, давайте перейдем к нашему следующему испытанию. Ну что, ребята, последнее на сегодня испытание — это гоночка. И раз, два, три, полетели, Леха. Все, пока, давай. Пока. Ты что, сейчас постреляй. У меня есть реактивный ускоритель, просто лови. Ой, это фигня. Ты что стреляешь? Так, я стреляю по тебе. Ты мне колесо проколол. Трактор. Ой, трактор, да. Так, трактор, давай, задерживай. Да, ты меня проколол или не проколол? У меня тачка криво поехала. Я не знаю. Вали отсюда. Ой, блин, да у меня тачка неуклюжая. О, капец. Она большая, она большая. Я неуклюжий какой-то. Ладно, я поехал. Давай, удачи. И чё? Так, пошел нафиг, на тебе вот так. А, я хотел ускорить, я вам кинуть. Удачи тебе, всё, я поехал. Не работает. Не, ребят, ну реально, да, вот это вот просто, это реально какой-то танк, мне кажется, просто ну, на колесах. Ну ты чё разогнался, нифига ну, себе. У меня я быстрый. Я на ускорить не найти, не могу тебя. Я 228 километров, так давай. Давай, сколько? Догоняй меня. 228, так, 230, 228, давай, иди сюда, я сейчас один. Тихо, сейчас у меня будет... Чего просто это так? Неуправляемый баклажан. Блин, ой, ты бронированный еще. Да. Конечно, братан, это же Бэтмобиль. Уйдите, Рада, давай. Пошел отсюда. Ты что творишь? Не трогай меня. Я улетел. Так, блин, это я из-за тебя улетел. Так, ничего себе, ты тут летаешь. Так, ребята, все же финиш будет мой, вообще мой балл будет. Я не хочу, потому что... Мой будет балл. Я не хочу, счет 2-2, я хочу сегодня победить серии. Так, давай. Я победителем буду. Да какой ты победитель? Ну, ничья буду. У тебя будет фигня полная. У меня ничья. У тебя тачка фигня, да ты меня даже не догоняешь, братан. Где ты там? Ты там я застрял. Ё-моё, я улетел на дорогу. Ну понятно. Так, друзья, ну в принципе все. Он слишком мощный ускоритель. Тихо, нет.
Нет, я думал, там уже поворот. Так, нет, друзья, сейчас... Чего, ты поворот проехал? Ну, не... Да не, я уже там у финиша, как бы тебя жду там. Ё-моё, это друзья, жесть заезжай, какая-то, вообще заезжай, неуправляемая машина. Давай. Ты чё, какаха? Пошёл нафиг. Нет, ушёл сюда. Дороги, разойдитесь. Помогите. Вау, пока, братан. Всё, финиш, друзья, будет мой. Давай. Нет. Нет, друг, как ты? Ты взял его первее, да, все же. Я вот первый заехал. Ладно, друзья, ну все равно там реально было видно, потому что Леха у нас первый взял финиш. Но получается, друзья, счет у нас 2-2. И, ребята, можете нас поздравить с Лехой в комментариях. Ну что, друзья, данный видосик подходит к концу. Если вам понравился, то, пожалуйста, поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал, на канал Лехи. Ссылка будет в описании. А также, ребята, подпишитесь на мой инстаграм-аккаунт. Ссылочка будет в комментариях и в описании. Ну а с вами был Флейджин Джел. Всем удачи, всем пока, народ. Всем пока, чуваки.